Всем привет, меня зовут Никита Мартьянов, это How To для Riders. Сегодня я вам расскажу, как правильно зарезаться на волну. Зарезка – это база вейкбординга, то, с чего нужно начинать, и то, что нужно уметь идеально, грамотно и без каких-либо ошибок. Любой трюк начинается из кильваторной волны. То есть ты стоишь рядом с кильватором, начинаешь зарезку от катера, плавно отходишь, доезжаешь до самой крайней точки, докуда тебе вообще позволяет доезжать фал. Дальше делаешь плавную перекантовку и без каких-либо резких движений очень плавно начинаешь резаться обратно в сторону волны. Самое главное, чтобы фал всегда был в натяге и не провисал. Это самое важное условие. Как только ты поймал тягу, спокойно нагружаешь спиной или грудью, в зависимости от хода, в котором ты идешь, либо в toe-side, либо в heel-side, и продолжаешь свое движение к волне для выполнения трюка. Самые распространенные ошибки, которые люди допускают при обыкновенной зарезке. Первое, как я уже говорил, это резкие движения. Как только ты делаешь любое резкое движение, фал идет в провис, и затем дергает человека либо вправо, либо влево, в зависимости от того, куда он поехал и что он пытался сделать. Вторая самая распространенная ошибка, когда человек пытается зарезаться, потом понимает, что ему не хватает скорости, или фал у него идет в провис, он возвращается немного назад, получается такая своеобразная лесенка, и пытается зарезаться обратно к самой крайней точке от кильватора. В этом случае скорости практически нет, фал сильно провисает, и практически 100% трюк уже не получится. Что я советую? Я советую вернуться обратно к кильваторной волне, встать рядом с ней, подождать, пока фал обратно придет в хорошую, правильную тягу, и начинать трюк заново, то есть от нее отрезался плавно, постоял и пошел обратно уже на трюк. Зарезка – это основная база, которую должен уметь каждый человек и должен выполнять без каких-либо ошибок. В следующем хауту я расскажу вам, как делать самый простой прыжок wake to wake. Следите за нашими обновлениями. Это был Никита Мартьянов специально для Riders.